Сильный снегопад застал врасплох жителей Астаны. В городе образовались 10-бальные пробки. Кроме того, стихия ухудшила ситуацию с видимостью на дорогах. По данным департамента полиции, только за прошедшие выходные произошло более 200 ДТП. Коммунальщики тем временем перешли на усиленный режим работы. Как в столице борются с последствиями непогоды, в материале Дильнас Насекеновой. С самого утра на дорогах Астаны возник настоящий коллапс. Виной тому стал сильный снегопад. Он парализовал движение в Астане, создав 10-бальные пробки. Утром жители столицы, в том числе и я, еле добрались до работы. Некоторые, как вы видите, до сих пор стоят в заторах. Ситуацией с утра воспользовались сервисы такси. Цены взлетели почти вдвое. Оно и понятно. Дороги в Тугисе и на левом, и на правом берегах были окрашены в красный и желтый цвета. А местные жители говорят, что привыкли к суровой столичной погоде. Мешает передвижению лишь снег и грязь на дороге и тротуарах. Мне лично не холодно. Потом, посмотрите, какой снежок. Только единственное, что эта слякоть не очень привлекает. Глаз. Это же каша. Чистит, но бесполезно же. Все равно снегом обратно засыпает. Нам, взрослым, нормально. Сложно детям передвигаться. Вся обувь в снегу, мокрая. Не успевают чистить снег. Тем не менее, по данным столичного управления здравоохранения, только за прошедшие сутки в травмпункты обратились около сотни астанчан, 20 из них – дети. А на дорогах ситуация хуже. В департаменте полиции сообщили, что только за прошедшие выходные в городе произошло более 200 ДТП. Департамент полиции города Астаны в связи с ухудшением погодных условий предупреждает граждан о повышенных рисках на дорогах. За прошедшие выходные на дорогах столицы зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий. В связи с чем призываем водителей быть максимально внимательными, соблюдать установленный скоростной режим и держать безопасную дистанцию. По данным экспертов, с начала ноября в Астане выпала почти месячная норма осадков. Из-за обильного снегопада коммунальщики столицы работают в круглосуточном режиме. С утра на уборку улиц города от снега вышли порядка 2400 дорожных рабочих и свыше 1300 единиц спецтехники. В первую очередь у нас очищаются магистральные улицы, тротуары, подъездные пути к социальным объектам, привокзальные территории. За неделю с начала снегопада вывезено 57 тысяч кубометров снега. По данным синоптиков, снегопад в Астане продолжится. Кроме того, ожидаются метели. Однако в столичном акимате уверяют, что готовы ко всем сюрпризам погоды. Дильназ Насекенова, Самат Урымбаев, Астана Таймс.